Все очень просто. Здоровая пища, овощи недорогие, фрукты недорогие, не надо сырокопченой колбасы там, и так далее. Чините свои машины, пока не надо покупать новые, можно на старых поездить. Приклеивайте набоечки на ботиночки. Вот я сегодня наклеил на ботиночки, на старенькие набоечки. И они мне нравились вообще, и подумал, а зачем покупать новые. В принципе, старые подойдут. И самое главное, побольше оптимизма. Смотрите комедии по телевизору, уделяйте больше внимания детям, образованию. Мне кажется, кризис как раз такая возможность подумать о детях и об образовании. Вот две вещи.